Птицеводческая фабрика еще новая. На ее строительство, закупку передового оборудования и техники год назад инвестор, а это немецкая компания, вложил 4 миллиона долларов. Узбекско-германское совместное предприятие расположилось в Махалле-Хон-Назар, что в 100 километрах от областного центра. Обеспечена занятость 80 местных женщин. В нашем селе возвели вот такое красивое предприятие. Трудоустроены практически все женщины нашей Махалли. Раньше многие из них сидели дома. Сейчас все иначе. Зарплата хорошая, получаем вовремя. СП занимается производством продуктов птицеводства на основе современных технологий и поставляет их на внутренние и внешние рынки. За короткий период налажено разведение племенных цыплят пород корал и суперник с хорошей яичной продуктивностью. Подписаны соглашения с Казахстаном, Кыргызской республикой, Таджикистаном и Азербайджаном. До конца этого года планируется экспортировать продукцию на 400-450 тысяч долларов. На 2 миллиона долларов будет поставлено на местный рынок. Породистых цыплят мы завозим из Германии и России. В наших планах экспортировать однодневных кур и инкубационных яиц на 1 миллион долларов. Вообще развитию птицеводства со стороны государства уделяется отдельное внимание. На завоз каждой птицы выделяются субсидии, а это создает предпринимателям ряд возможностей. Птицефабрика на этом не останавливается. На ее территории начато строительство нового инкубационного корпуса. За счет привоза 4 дополнительных инкубаторов из Китая производственные мощности увеличатся в разы – до 36 миллионов яиц и 15 миллионов цыплят в год. Мы ведем свою деятельность во многих странах. Я счастлив работать в Узбекистане. Это предприятие оснащено передовой аппаратурой и техникой. Работа полностью автоматизирована, что очень удобно. Вы контролируете все аспекты, включая влажность, корм, уровень тепла. Сейчас мы строим еще дополнительные инкубаторы. В дальнейшем они послужат развитию предприятия. Кашрабат – самый отдаленный район в области. Реализация инвестиционных проектов позволяет обеспечить занятость населения, улучшить инфраструктуру района. Кстати, таких птицефабрик на территории Самаркандской области насчитывается 206.